Вітаю! Із цього випуску програми «Про інший уряд» ви зрозумієте на прикладі Азербайджану, як провести військову реформу та переозброїтися. Ми з експертом сектору безпеки розібрали, які переваги має Україна і які види озброєнь доступні для нас на світових ринках. Також з'ясували, які проблеми є у секторі закупівель. Саме ці проблеми гальмують постачання зброї на лінію фронту. Їх можна розділити на три групи. Перша проблема – компетенції. У сфері оборонних закупівель кадри вирішують все. Базова вимога – знати матеріальну частину, знати ринки і виробників. Зараз цей кадровий потенціал тільки формується. І поки що знаних фахівців на ньому лічені одиниці. Але вони є, і їх потрібно залучати. Друга проблема – організаційна структура. Увесь ланцюг оборонних закупівель від вивчення потреб ЗСУ до постачання конкретної номенклатури має працювати як годинник. Однак ми знаємо, волонтерські фонди часто краще знають потреби фронту, аніж профільне міністерство. Чому держава не вивчає досвід волонтерів? Третя проблема – робота з виробниками. Неможливо задовольнити потреби ЗСУ, якщо тримати інформацію про ці потреби в секреті. Виробники, дрібний, середній бізнес мають знати, на які види озброєнь і типи БПЛА очікують покупці – Міністерство оборони та ЗСУ. Аби потреби підрозділів оперативно закривалися, слід побудувати структуру закупівель, визначитися з повноваженнями та відповідальністю учасників процесу, налагодити комунікацію з виробниками. ЗСУ не отримують озброєння швидко і в необхідній кількості. А у цей час бізнес, попри шалений попит, зазнає збитків, адже немає повного чи хоча б часткового розуміння, що саме необхідно армії – і за якими стандартами цей виріб потрібно зробити. Якщо терміново не вжити заходів, ми так і залишимося з дефіцитом зброї та знищимо український ринок озброєнь у зародку. Як ми дійшли такого висновку, дивіться вже зараз у програмі «Про інший уряд». Добрий день, друзі! Сьогодні в нас чергове засідання нашого іншого уряду і тема закупівля озброєнь. Всі ми знаємо, що є велика проблема, великий дефіцит озброєнь на лінії фронту. І всі ми чуємо масу нарікань наших військових, що не вистачає патронів, снарядів, дронів, усіх видів озброєнь. І сьогодні ми будемо намагатися вирішити, в чому проблема. В чому проблема дефіциту озброєнь? І я запросив до нашого засідання експерта з цього питання Тамерлана Вагабова. Привіт, Тамерлан. Привіт, Алло. Тамерлан Вагабов – реформатор, екс-радник директора Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України 2024 року та директора Укроборонсервісу з 2022 по 2024 рік, екс-голова Офісу реформ МВС України з 2021 по 2022 рік. Закінчив Джорджтаунський університет за спеціальністю «Військова безпека та економіка оборонного сектору». Навчався у Вищій школі ВМС США за спеціальністю спецоперації та управління оборонними відомствами. Експівкоординатор антитерористичного проєкту Чорноморсько-Каспійського регіону в Генеральному секретаріаті Інтерполу. В першу чергу дякую за запрошення. Питань насправді багато, занадто багато, і проблем, на жаль, теж. Але спробуємо сьогодні поговорити про все це питання, про які ми говорили до нашого ефіру. Я вибачаюсь перед нашими слухачами, що я переважно буду спілкуватися російською після цього, тому що я зараз в процесі навчання нашої дуже красивої української мови. Я не з України, але душою завжди був і зараз є, і працюємо заради України, нашої перемоги. І, звичайно, що мова – це дуже важлива зброя і компонент нашої
майбутні перемоги над ворогом. Тому вибачаюсь. Переходимо до зброї. Коли українська делегація виїжджає на якусь там виставку міжнародну, і вона бачить там від патронів до ракет, що доступно для України? Що Україна може купити? Чи є якісь обмеження для українських делегацій для закупівлі зброї? Если речь идет о тактическом вооружении и оперативно-тактическом, то ограничений очень мало. Опять-таки, это заслуга нашей дипломатии. Я хочу выразить им свою благодарность за то, что они делают. На самом деле, было очень много видов вооружения, авиации, которые было нам недоступны. Те же F-16. Но благодаря нашим усилиям, нашего государства и нашего внешнеполитического органа и администрации, то мы смогли получить доступ к этим технологиям. Ну, доступ их же еще немає. Да, но я надеюсь, что в скором времени мы их увидим, и они будут выполнять свои прямые обязанности. Что касается твоего вопроса по поводу выставок и что доступно Украине, да много чего доступно. Если мы говорим про артиллерийскую составляющую, то все гаубицы, самоходные, буксируемые, их снаряды. Слова. А вот такие антидронові системи, конечно, я доступно. Знаю про турецькі, там ці Каркут, Гюрс, Бурч, системи, які на колесах, і в них там 3D-радар, пушки 35 мм, і якісь там ракетна установка, ну типу Стінгер, яка збиває там, ну крилату ракету може там збити, ну і всі види дронів. От, тобто це все вільно продається, можна купити, да? Правильно я розумію? Так, да. Много чого, да. 3D-радар, это по высоте, по азимуту и по дальности, они производятся не только в Турции, они производятся во многих странах, в том числе и Евросоюза, и в Испании, там, во Франции, и в других странах. И все это доступно Украине, конечно же, но все зависит от архитектуры противовоздушной обороны каждой страны. Что покупать, какие компоненты покупать, какие компоненты можно производить и создавать внутри страны, потому что архитектура, она кастомная, скажем так. Каждая страна имеет свое видение, имеет свою специфику театра боевых действий. Это зависит от специфики противника, насколько он высокотехнологичен, насколько он могуществен в плане своих технологических военных возможностей. Это очень большие факторы, которые влияют, ну, на создание всей архитектуры ПВО. Соответственно, тогда уже мы смотрим на различные страны, на различных производителей. И в зависимости от этого, как Лего, скажем так, мы собираем всю архитектуру ПВО. В Украине много чего сделано. Там у нас, допустим, есть очень даже продвинутая система командно-координационной составляющей. Это обмен информацией. В дальнейшем уже мы говорим про зенитно-ракетную составляющую, авиацию, ПВО, средства поражения малого калибра или среднего калибра, например, зенитные установки там 23-го калибра и других. Тамерлан, в нас же є постійна інформація, що там над Черніговом, над Дніпро, над Запоріжжя, над Харковом постійно висять ворожі безпілотники. От була ситуація з Миргородським аеродромом, коли там з'ясувалося, що більше години був безпілотник в повітрі. Тобто, що це означає? Це означає, що недостатньо систем, які знаходять ті безпілотники. В чем причина? Причина на самом деле кроется в другом. Возможно обнаружение того или иного БПЛА или летательного аппарата. Это может быть самолет, это может быть вертолет. Но целесообразность его поражения на данном этапе. Но если это разведчик. Если это разведчик, но условно говоря, он вне зоны поражения тех средств поражения, которые имеются на данном участке, то насколько целесообразно передислоцировать то, что может поразить тот летательный аппарат. В этом плане ваш вопрос, он уместен? Да, конечно же, всегда не хватает средств поражения и ПВО. И тогда нам приходится уже, как, ну, с военной точки зрения, принимать решение. Мы оставляем, скажем так, объект под наблюдением и не передислоцируем другие средства поражения с других участков, потому что там рисков может быть больше.
есть такая проблема. Конечно же, она связана с тем, что не всегда у нас хватает всех компонентов и составляющих ПВО. Ви сказали дуже класну річ, що можна просто подивитися на свою карту, на свої там міста, на свої кордони і порахувати, скільки потрібно різних видів озброєнь і купити там все, що необхідно. Але просто я, дивлячись на те, як відбувається на закупівлі і які види озброєння є там на лінії фронту і в тих містах, по яких зараз стріляє Путін, ну, я просто бачу, що таких систем просто не існує. І на фронті ми там не чуємо, що було багато антидронових систем, які з радарами, які це визначають всі ці цілі. Хоча ми бачимо там рекламні там з виставок, різні там відео, що таких систем є багато, як вони знищують ці літаючі дрони прям десятками там з 3D-радаром, визначають цілі і дуже швидко працюють. Ну і Туреччина, я недаремно про неї згадав, тому що я знаю, що ви з Азербайджану, і ця країна показала нам приклад, як можна за, ну, такий достатньо короткий термін переозброїтися, налаштуватися на нові види озброєння, і почати і закуповувати, і виробляти, і потім продемонструвати на полі бою, як це можна все успішно використовувати. І про Байрактари ми всі дізналися саме про після операції там на Карабаху. Так ось в чому питання, як Азербайджан, теж пострадянська країна, як і Україна, змогла переозброїтись, які там структурні зміни пройшли, чи якась була мета поставлена, ну, в чому от перевага Азербайджану над Україною, ну, в цих, в полі переозброєння? Якщо відповісти на цей питання вкратце, то інституціональна консолідація в цілому Міністерства оборони и четкое разделение полномочий между Министерством обороны, которое является заказчиком и конечным пользователем, и Министерством обороны промышленности. Это эквивалент нашего Минстратегпрома вместе с Укроборонпромом. Там такая же система, очень похожая. В Азербайджане есть Министерство обороны, которое является заказчиком, и, соответственно, есть четкое понимание того, какие, с какими рисками страна сталкивается не только в периметре активных боевых действий или же замороженного конфликта, каким являлся Нагорный Карабах, бывший сейчас это Карабахская экономическая зона Азербайджана, но и со стороны других соседей, скажем так, границ. Иранское направление, там в основном наркотрафик, нужны средства обнаружения, нужны средства поражения, нужны средства взаимодействия на таком участке границы. Есть высокогорные, там есть гряда Большого Кавказа, хребта, где очень тяжело вести наблюдение. Соответственно, там тоже нужны силы и средства, в том числе беспилотные средства и байрактары для ведения наблюдения по пересечению границ между Азербайджаном и Российской Федерацией. Тамерлан, а як прийшло розуміння того, що потрібно от всі ці новітні технології? Я хто йду там, к этому, якась, да. Якась людина з'явилася в Міністерстві оборони? Это Міністерство оборони, конечно. Да. Вот як це сталося? Это Міністерство оборони, і в цілому, скажем так, любая государственная структура, государственная организация, она не может существовать в отрыве от всего государственного аппарата. Есть общая политика видения государства, куда мы двигаемся, кто мы такие, какие у нас риски. Есть Совет национальной безопасности, есть Министерство обороны, есть Министерство внутренних дел, есть администрация президента, кабинет министров. Естественно, что каждая из этих структур не является взаимоисключающим во всех звеньях формирования государственной политики. Это может быть какая-то единая политика. Да, формирование политики государства в той или иной сфере, в том числе в оборонной сфере и в оборонной промышленности. И естественно, что Азербайджан с самого начала, сразу после развала Советского Союза, столкнулся с проблемой сепаратизма и иррединтизма. Это иррединтизм, это притязание соседней страны по этническому принципу к территории другой, где есть их, скажем, соотечественники. Очень похоже на нашу страну. Похоже. Очень похоже на самом деле. Иррединтизм и сепаратизм был в Азербайджане, сразу столкнулся с этим, но он очень быстро принял решение, Азербайджан, что надо останавливать войну в 1994 году, перевооружиться, подготовиться, найти правильный момент и в этот момент уже перейти к активным боевым действиям. Ну, тобто бути готовым, як тільки... Это долгосрочное видение. Виникна ситуація. Это в целом есть
принцип государственности, когда государство осознает свои риски, что у меня Карабах, у меня Россия, неадекватный сосед, у меня есть Иран, далеко тоже не самый конструктивный сосед, у меня Армения, с кем я воюю, условно говоря. Соответственно, я должен принимать меры, если я хочу выжить, если я хочу сохранить людей, если я хочу перевооружиться, залезать себе раны, скажем так. И после этого уже найти правильный геополитический момент, время, и вернуть свои земли. Что это то, что сделал Азербайджан. Он правильно оценил свои риски. После этого уже, соответственно, Министерство обороны, как часть государственного аппарата, оно уже понимало, что окей, на этом участке у меня конвенциональная война. Речь не идет о борьбе с терроризмом или с наркотрафиком. Есть конкретно про Карабах. Для того, чтобы я достиг на этом участке военного успеха, мне нужно сделать ряд, совокупность мероприятий, в том числе в оборонной промышленности, чтобы достигнуть этой цели. Вот так и случилось это. Соответственно, что случилось? Он является Министерство обороны единым заказчиком, он четко понимает, что ему надо, он четко коммуницирует Министерство обороны промышленности, что им нужно, чего, кстати, у нас не всегда хватает в Украине, особенно в сфере БПЛА. Соответственно, очень важно, чтобы страна, она имела стратегическое видение, долгосрочное видение, планирование по всем направлениям, и в экономике, и в общественной безопасности, и военно-конвенциональной составляющей. Вот я думаю, що вот це саме питання, на яке я хочу отримати відповідь. Вот як стався той злам? Тобто була радянська система, і потім злам, і з'ясувалося, що можна просто поставити мету і досягати цю мету. Це люди змінилися. Що змінилося? Большая война. Вот понимаете, вот чего я на самом деле очень хотел бы в Украине видеть? Большая война и большие потери. И правильная коммуникация. Вы знаете, на базе 94-й да, рік, да? 91-94 года. Ну, она началась раньше, в 88-м. А какие там были втраты? Я, ну, не дуже, в целом, не дуже обізнаний. Цифры, конечно, несопоставимы с Украиной, там около 40 тысяч, но это несопоставимо. Но страна меньше намного. Страна меньше и, соответственно... А сколько населения Азербайджана? 10 миллионов, 11 10 миллионов. Сейчас. Но тогда было 8. Большая война и самое главное, Павел, государство правильно коммуницировало со своим населением, оно их не обманывало. Они вышли и сказали, ребята, мы проигрываем. Не получится сейчас ничего. Давайте остановимся, заморозим, ничего никому не отдаем, мы подготовимся, решим. Ну, была некая договоренность с обществом. Как это получилось, это уже, наверное, вопрос к истории и к политическому мастерству, скорее всего, и доверие народу к власти. Ну, там могут быть различные причины, но суть была в том, что народ тоже это видел. Он понимал, что у них погибают дети, у них экономика в плачевном состоянии, практически на нуле. У них потерян 20% территории, постоянные трупы. То есть, ну, это большая проблема в рамках маленькой страны, ты это видишь. Это Украина большая, мы можем этого не видеть, но мы видим только, когда мы являемся частью этой системы. Я это вижу, допустим, мне больно. Но, допустим, в Украине, там, в Азербайджане, это уже второй конфликт я переживаю. Соответственно, вот эта война, это есть переломный момент для Азербайджана. Он осознал, что ну, есть риск вообще потери еще большей территории. Надо с этим что-то делать. У нас соседство не очень хорошее. Россия, Иран и Армения. Ну, в случае Азербайджана, Армения – это противник. Вот. Оттуда и все пошло. Как? Это очень уникальная система обороны промышленности и вооружения. Это сплав некий натовско-турецкого, скажем так, вооружения, израильского, которое тоже самобытное направление. Ну, там оно ближе к НАТО, конечно, но все равно это самобытная страна в этом плане. И советского. Кстати, Министерство обороны одночасно по трех направлениях. Да, в плане вооружения, да. Конечно же, они двигаются в сторону перевооружения на полный турецкий лад. Это недавно президент страны объявил об этом, а это НАТО. Страна на, скажем так, на уровне подразделений, на уровне административно-структурной составляющей уже давно перешла на образец НАТО и ведение боя, ведение понятия малой войны, нетрадиционных методов войны, система командос, морских котиков и так далее. Это все было подготовлено со стороны с помощью турецких специалистов, американского образования,
Очень много людей прошли обучение в американских подготовительных центрах, ну и в других европейских тоже. Соответственно, это некий сплав, основой является НАТО, а вооружение является, вот, и состоит из трех кластеров. Советская, кстати, очень большая помощь в перевооружении Азербайджана сыграла Украина в свое время. И в построении заводов, и передаче технологий и так далее. Это очень важный компонент. Ну и Азербайджан до сих пор продолжает наращивать свой оборонно-промышленный потенциал. В этом году будет инвестировано 500 миллионов долларов, объявлял глава страны, государства. Так что вот так. Тамерлан, в нашій розмові ти сказав таку цікаву річ, що Україна має значно більше можливостей комунікації із Туреччиною, із країнами НАТО, ніж Азербайджан. От можеш про цю різницю сказати? В чому перевага українського буття? Украина институционально, она ближе к НАТО, чем любая другая страна постсоветского пространства на данный момент. Особенно после широкомасштабного вторжения. Есть различные платформы, например, Совет Украины-НАТО. Украина, скажем так, институционально и процедурно практически в одном шаге от членства в НАТО. Очень много пунктов и требований по евроатлантической интеграции было выполнено не только со стороны Минобороны, но и МВД, и других соответствующих структур, и по общественной безопасности, и по здравоохранению. Я могу сказать, что Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, на уровне громад даже. Мы даже этим занимались, когда я работал в Министерстве внутренних дел Украины. Там общественная безопасность, она была одним из приоритетов министра на тот момент, потому что это было тоже требование... Конечно, да, ну, на пути к евроатлантической интеграции, ну и членству к НАТО. Это очень важный компонент, и Украина очень много сделала. Она на самом деле передовая страна в этом. Ну, наработок очень много, нельзя сказать, что это проблема. Это все институционально сближает Украину к НАТО и, соответственно, дает ей доступ к знаниям, к технологиям, к закупкам, к получению міжнародно-технічної допомоги. Там, ну, арсенал дуже великий, скажімо так. А в чому причина? Чому не відбуваються ці зміни безпосередньо в армії? Тобто, ну, в нас теж з 14-го року почалась війна. Тобто, в нас вже там анексували Крим. Вже все зрозуміло, що почалася війна. Але чому Україна не зробила таких кроків, як Азербайджан? На твій погляд, от ти зі сторони якби дивишся? Ну, я не зовсім зі сторони. Я якби працював в Міністерстві оборони України і в Укроборонпромі, в МВД здесь. Тому можу сказати якраз таки ізнутрі частично. Да? Но на той момент, звісно, мене не було в цих структурах з 2014 року. Много чого було зроблено в Украине, в том числе и военную составляющую. Ну, допустим, как пример я могу сказать, есть силы специальных операций. Да, был, естественно, что разработан закон и статут, да, скажем так, устав, и силы специальных операций были созданы. Там очень много компонентов, которые перекликаются и непосредственно являются моделью ведения боевых действий со стороны Соединенных Штатов и других стран-членов НАТО. Да? Допустим, это малая война, это партизанские методы ведения боя, это глубокая разведка, инфильтрация на территорию противника и ведение не только физической там, военной активности, но и информационной, политической, культурной и так далее. То есть это там спектр очень большой, и над этим работали хорошие специалисты в Украине, которые до сих пор на слуху, и некоторые из них работают на достаточно высоких позициях, и это очень компетентные люди. Соответственно, мы сделали много чего, и в ГУРе много изменений произошло, и там кадровый состав достаточно, я бы сказал, очень квалифицированный. Что касается производства всередині. Ми вже з'ясували, що ну, за кордоном практично обмежень немає. Тобто, якщо є гроші, якщо є... Мало ограничень, да, скажімо є так. Намір, тобто можна купувати все, що необхідно. Потрібно, може, створити якісь там фінансові інструменти. Ну, ми тут зараз, в нас тут інший уряд, ми хочемо, ну, я особисто хочу знайти, що може зробити саме уряд. Там, прем'єр-міністр, міністр оборони, що, ну, яка ініціатива від них має виходити, щоб були налагоджені це
нормальне постачання в армію. От в чому питання. І ця програма для цього і створена. І тому моє наступне питання – це виробництво всередині. І от як на твій погляд, Тамерлан, чи є всі умови для того, щоб ми виробляли значно більше зброї, ніж виробляється зараз? Смотрите, я уже говорил на своих предыдущих выступлениях. В Украине на момент развала Советского Союза и сейчас есть и был огромный опыт в оборонной промышленности, в производстве конвенционального вооружения, особенно советских калибров и типов вооружения. Он до сих пор есть. То, что вы перечислили, это до сих пор есть. Я не могу сейчас перечислить все по роду своей деятельности, что выпускает... Там, я из відкритих джерел кажу, що Укроборонпром выпускає нас противник, патрони, і снаряди, але не велику кількість. Противник, я не буду все тут розкривати, но в целом, да, ви правы, это много из этого производится, вплоть до дронов. И есть очень хорошая экспертиза, пока она есть, на уровне там, среднего возраста, скажем, специалистов. Поэтому возможности для наращивания производства в Украине есть, но сейчас есть определенные ограничения. Кроме финансовых ограничений, у нас ограничения по войне. То есть у нас небезопасно сейчас разворачивать большие предприятия на данный момент в Украине. Можно нарастить существующие, можно осуществить трансфер технологий. Это, я опять-таки не могу об этом говорить, враг нас слушает, но это происходит сейчас. На этой войне используются сейчас высокотехнологичные средства поражения, средства обнаружения. Украинский внутренний рынок частный БПЛА и его боекомплектов тоже развивается. Именно, скажем так, он пытается развиваться. Я не сказал бы, что мы там, что мы где можем выпускать огромное количество того, что нам нужно по всем типам БПЛА. Речь не только о мавиках или, мавики это не наши, но FPV, там речь не о малых дронах только идет, да, тут экспертиза есть. Соответственно, по беспилотным наземным летательным аппаратам, по системам обнаружения, по системам противодействия радиоэлектронной борьбы, конвенционального вооружения, различного рода ракеты, перевооружением. Это все будет в Украине обязательно, потому что много чего мы здесь и использовали, и посмотрели, как это все работает во взаимодействии с другими средствами поражения, другими средствами контрбатарейной войны и так далее. Это хороший опыт, скажем так, на чем базировать уже в дальнейшем развитие оборонной промышленности, потому что это должно занять достойное место в компоненте ВВП страны на экспорте. Это наш доход будущий. Если мы смотрим на это с государственной точки зрения, да, мы должны смотреть на это с государственной точки зрения, то это четкий продукт, высокотехнологичный, который также и стимулирует другие отрасли. Мы же знаем, что военная сфера, она обычно дает толчок и развитие и гражданских технологий. Ну, звісно. Да. Друзі, ми заговорили про безпілотні системи, і я закликаю вас задонатити на дрони для 27-ї бригади спецпризначень Національної гвардії України. Ми збираємо для них гроші на 25 Mavic 3T. Ми вже закупили 9 штук і дуже раді, що наші бійці можуть їх використовувати. Це очі для дальнобійних таких баба-яга дронів. Вони нам надсилають своє відео, ми їх вам будемо показувати. І не забувайте донатити і підтримувати наші збройні сили. А ми переходимо до теми безпілотників, дронів, і це дійсно така галузь нашої військової економіки, яка дуже динамічно розвивається, але в чому причина, на твій погляд, Тамерлан? От є в нас армія, є бійці, які постійно потребують ці дрони. І є виробники, які можуть виробляти. Але де ця прірва? Як цю прірву подолати? В чому причина? От ти був там 2 місяці в агенції закупівель. В чому причина? Чому держава не закуповує для армії ці дрони? Ні, вона закупає. Я не сказав би, що вона не закупає. Звісно ж, контракти підписуються по определеним видам дронів і БПЛА. Я би поставив питання по-другому. Вопрос поставил вот так, почему у нас не развивается
по принципу устойчивости сектор, частный сектор БПЛА по различным типам БПЛА. Ну, возможно, стоит пояснить, есть различные типы БПЛА, это разведчики, это многофункциональные, там и разведчики, и бомбардировщики, есть бомбардировщики, есть камикадзе, есть малые дроны тактические, и deep strike, как так называемый. Да, но тут на вашем месте сидів Бабенко, який виробник в Ірі Індастрії. Да, ну есть deep strike, который на более дальнее расстояние работает. Скажем так, є несколько от кластерів типів класів ВПЛА. Ну, тобто дрони сьогодні можуть закрити, можна сказати, будь-яку відстань ураження ворога. Ну, технологічні моменти оставим в стороні поки, да, угу. ТТХ дронів. Да, нас цікавить да, організаційний момент. Да, організаційна інституціональна можливість країни, государства, Міністерства оборони закупати. Чому? Значить, перша причина, на мій взгляд, це спорний вопрос создания архитектуры, стандартной архитектуры беспилотных систем, наземных и воздушных. Это стандарты некие, гайдлайны, стандарты для БПЛА, для всех типов. Для чего это важно? Это важно для, в первую очередь, структурирования самой работы генерального штаба, сбора информации по тому, что нужно. Это первое. Второе, для взаимодействия. Если есть архитектура и стандарты по разным типам БПЛА, это означает, что то, что закупается, будет закупаться по этим стандартам. Соответственно, различные компании уже будут, во-первых, понимать, что нужно произвести, я сейчас вернусь к этому вопросу, а второе, взаимозаменяемость компонентов на логическом, физическом уровне. Это два. И три, это все-таки правильная коммуникация до наших частных производителей. Они не всегда знают, что надо произвести и куда инвестировать. Ні, ну зараз таке враження, що навпаки, приватний виробник знає, тому що він безпосередньо контактує з військами, так, в тому і постачає з військами. В тому а де держава? В тому-то і проблема. Ну, проблема в тому, що нету прямої комунікації зі сторони, особливо агентства оборонних закупок, нашим частним производителям БПЛА всіх типів, о том, що потрібно. Соответственно, как вы и говорите, им приходится искать эту информацию у различных военных или через фонды, которые им говорят, и они имеют доступ, имеют, представьте себе, до государственной тайны, да? Но это государственная тайна. Официальный доступ или неофициальный? Неофициальный. Ну, то есть они знают реальный попыт. Вы же понимаете, это неправильно, да? То есть это нарушение закона. Это, ну, фонды... Ну, вони молодці, огромні, діло не в цьому, вони вынуждені працювати так. Ну, тобто вони зараз фактично дублюють роботу Міністерства оборони, агенції, вони знають попит, вони знають виробників і смотрите, постачання. Смотрите, два моменти. Да. Производители дронов, они так как не знают, и не все производители дронов, они так как не знают, что надо, у них большие риски. Они инвестируют, и потом у них никто не покупает, и потеря денег, банкротство. Таких компаний немало. Я лично с ними сталкивался и знаю. И не все компании имеют доступ до военных, до агенции, до Держспецвойску, который сейчас тоже занимается закупками дронов и получил дополнительные полномочия, будучи не специализированным ведомством в этом направлении. Тут очень много вопросов. И таким образом производители дронов, фонды вынуждены, они большие молодцы, но они вынуждены узнавать и собирать информацию по потребностям у военных. А это уже неформальный доступ к государственной тайне. То есть вопрос, почему агенция этим не занимается, почему ответственный заместитель министра не ставится вопрос о наведении порядка в этой сфере. Это очень важный момент. И еще один важный момент, почему у нас есть такая проблема. Я не знаю, как сейчас, но мы слушали сегодня вас в интервью, человек, который ответственен за это. До сих пор не была утверждена структура агентства оборонных закупок. Ну, вот она или будет, надеюсь. Так, то агенция была створена без структуры? Нет, у нее была структура, но там нету режима секретного дела, который позволяет агентству получать информацию, которая относится к государственной тайне. До сих пор этого не было. Но вы представьте себе, во время войны доступ к гостайне имеет только лишь директор агентства.
Як вона може давати завдання своїм підлеглим, які не мають доступу? Это нарушение. Вопрос. Если мы сейчас говорим, что будем утверждать структуру, то почему после назначения человека в течение 6 месяцев эта структура не была утверждена? Почему там не было до сих пор системы проверки контрагентов? Почему этих процедур нет? Почему не были расписаны посадовые инструкции, то есть инструкции по должностям? Это все очень важно. Процедуры проверки сотрудников на конфликт интересов. Это все очень важно для эффективного функционирования агентства, получения информации, которая относится к гостайне, распределения задач и после этого коммуникации с производителями условно дронов. Вот этого нет, поэтому наши компании по дронам, они вынуждены нарушать закон, не зная того часто, и получать информацию от военных. И идет дальше уже лоббирование по всей цепочке. Соответственно, кто-то получает информацию от военного, военный говорит, что да, это нам нужно. Человек вкладывается, если ему повезет, там дальше уже пойдет пролоббировать в Министерстве обороны. Або через фонды, то есть купит благодейный фонд. Фонды, да, но это все равно не тот объем, да, для бизнеса, скажем так. И для удовлетворения потребностей вооруженных сил, ну вообще составляющих сил обороны Украины, они большие потребности. И плюс двоевластие. Почему у нас два органа, которые закупают по разным процедурам, по факту, да, институт военпреда там отличается, их работа и в госспецсвязи, и в агенции оборонных закупок, и процедура закупок, и много чего. То есть там... по відкритих джерелах, всюди пишуть, що в нас і Мінцифра займається, і Мінстрадекпром займається, ДСЗІ займається, агенція займається. Вот мы опять возвращаемся к вашему вопросу, почему у Азербайджана получилось, а Украины все еще нет. Ну вот поэтому. Потому что нету институциональной, как по-украински мы кажем, институциональной спроможности, та консолидованность для того, чтобы закуповувати централізовано все це вироби, і правильно комунікувати це нашим виробникам дронів. Ми це не робимо. Тому є і корупційні ризики, і лобіювання, і суб'єктивізм при виборі компанії, і тощо. Це велика проблема. Тамерлан, а така ініціатива, вона має ісходити від кого? Від міністра оборони? Від прем'єр-міністра оборони? Міністерство оборони, скажімо. Я не буду зараз указувати на конкретного чоловіка, але в цілому це відповідальність. Ні, у нас є посади міністра оборони, це його відповідальність. Звісно, так. Це міністерство оборони, відповідальний заместитель. Якщо міністр оборони займається там на даний момент більше, скажем, внешнеполитическими вопросами в основном и там, администрированием министерства в целом, то, естественно, у него есть заместители министра, которые могут ему об этом доложить и показать реальную картину. Но для этого нужно иметь, политическую волю, я не знаю, есть она или нет, я ее не сказал бы, что сильно увидел, компетенции этого точно нету. Потому что большая часть людей, я не говорю про всех, но абсолютно никакой компетенции в этой сфере не имеет. Соответственно, вот ми маємо те, що маємо. Вот це дуже цікаве питання, тому що у нас за останній час було два міністра, пан Резніков і пан Умєров, і обидва не мають жодного стосунку до військової справи взагалі. І це дуже дивно було. Тому я хотів спитати, от в Азербайджані призначення на такі посади, як відбувається? Це теж просто політично якісь так, умовно, друзі, знайомі, як у нас відбувається, чи там якось інший підхід? От як... Павел, я по-другому відповідаю на цей вопрос. Я не знаком с господином Умеровым, я не знаю ничего про его квалификации. Но не обязательно назначать на должность министра человека, который там обязательно там из сферы военной. Суперспец, да. То есть человек может быть хорошим управленцем, человек может быть хорошим чиновником, да, который знает административную бюрократическую составляющую, умеет быстро адаптироваться и реформировать, там, управлять процессами и так далее, иметь видение, helicopter view, как говорится, да, вертолетное видение. Возможно, оно у него есть, я не знаю, я не берусь, я с ним напрямую не работал. Но поэтому оставим там фигуру самого министра в стороне, я ничего не могу сказать на этот счет. Но что касается нескольких заместителей министра, которые отвечают за эти сферы, особенно за обеспечение, то там, конечно же, должен быть человек, который понимает, в первую очередь, что такое госаппарат, как он работает,
Що таке адміністративно-бюрократична составляюча, нормативно-правова составляюча. Це важливий must-have, як говориться. Да? І, звісно, що четверте – це вже желательно мати компетенції хоч якісь в воєнній сфері. Тому що без цього – це дуже специфічна сфера, вона закрита. Нельзя вот там прийти за 6 месяцев научиться этому. Это невозможно. Это то же самое, если я пошел бы работать, я не знаю, в Министерстве здравоохранения, да, там и занимался бы чисто фармацевтикой. Понимаете? Это, не, ну, вот да, это специфическая сфера. Поэтому мы теряем время, назначая таких людей на такие должности, которые вот 6 месяцев не утверждают структуру, не делают того, о чем я говорю, нарушается закон, не получается потреба. У нас страдают из-за этого производители дронов, страдают наши защитники, страдают наши военные. Ну, тобто система цілком не працює. У нас, да, тобто командир якогось там підрозділу подає наверх якусь там заявку, да? Да. Там запит. Да? Так іде, так і воно приходить там до генерального штабу, да. Генеральний штаб формує там якусь загальну заявку, да. Подає в міністерство. Пріоритизує це там. Да. Да, міністерство, тобто там пріоритети. Да, там є перший, другий, третій, да, пріоритет. Да. Потім вони дають на Міністерство оборони, Міністерство оборони аналізує і теж не все, а щось віддає на агенцію. Да? Да, ну там сводяться з бюджетом і так далі. Дальше уже есть запрос на поставку конкретной номенклатуры. Да? И потом же агенция вирішує, там вони встановлюють свою пріоритетність, чи як? Чи пріоритетність Генштаб все ж таки, як сказав, так і буде? Не, ну Генштаб дает общую потребу и приоритизацию, соответственно, дальше идет уже запрос конкретно на поставку, и дальше уже в зависимости от реальности, реалистичности идентификации и нахождение этой номенклатуры осуществляется в закупке. Ну, правильно я розумію, що зараз от забезпечення нашого всього війська залежить від цієї структури, да? Державне підприємство, агенція оборонних закупів. Ну, не тільки, но велика доля відповідальності, звісно ж, на них. І, ви знаєте, це дуже важливий компонент всього звена закупок. От, скажімо так, підрозділень, скажімо так, да, щоб було ясніше нашим слухачам, зрителям. Подразделений, заявок, Генштаб, его соответствующая структура, которая анализирует и приоритизирует. Дальше соответствующая структура и департамента Министерства обороны. Дальше агенция. Это одна большая цепочка. И если у нас в агенции, которая является уже конечным оператором и практичным крылом, который осуществляет закупку и руководит этим процессом, да, в какой-то мере, то как может она работать, если у нее нету той структуры, которая отвечает требованиям конъюнктуры, минуточку, местного рынка, обычного вооружения и БПЛА, это разные вещи, да, и международного. Для этого нужна структура, которая имеет в себе компоненты, которая будет фокусироваться, иметь экспертизу по всем этим направлениям. Нельзя работать, когда все делают все, там один человек занимается внешнеэкономической деятельностью обороны, второй и со спецэкспортерами работает, тот же работает с БПЛА, ну, так не работает. Я считаю, что как человек, который проработал не только в Минобороны, но и в МВД, но и в Укроборонпроме, в спецэкспортере 2 года, ну и достаточно давно в этой сфере, агенция оборонных закупок, агентство оборонных закупок должна иметь несколько ключевых направлений, которые очень важны. Допустим, должна быть составляющая институциональная внутри агентства, которая занимается непосредственно внешнеэкономическими рынками, без привязки к конкретной номенклатуре. То есть я буду знать все про артиллерию, ну так не бывает. Потому что... Да, якщо ехать на якусь выставку, там же весь спектр озброєння. Ну, во-первых, да. Во-вторых, не всегда... Это вопрос еще и управления менеджмента, да, потому что не всегда в приоритете, там, не знаю, артиллерия, гаубицы и так далее. Иногда, может быть, это чисто боекомплекты. Ну, это можно, конечно, свести в одно. Может быть, легкострелковое вооружение, пулемет, может быть, там, миномет. И так далее. То есть нельзя человека, людей, тем более у нас таких специалистов мало, которые в этом разбираются и работают. Это в основном выходцы из Укроборонпрома, которые работают в агентстве. Итак, обязательно, чтобы была составляющая внешнеполитическая, там своя специфика, плюс языки.
знання ринків, кон'юнктуру ринків за рубежом, політичні, скажімо так, виходи на определенні країни, тому що без виходів на політичний рівень невозможно убедить некоторые страны продать нам что-то, дать нам свои документы, чтобы через третьи страны закупать, транзитные лицензии, экспортные лицензии, чтобы смочь ускорить эти процессы. Там очень большая филигранная работа. Это одно направление. Вы представляете, какой объем работает? Второе – это работа с нашим Укроборонпромом и со спецэкспортерами, которые, что-то тоже импортируют и предлагают. С ними тоже отдельно, люди должны знать специфику работы спецэкспортеров, должны знать их возможности. Для этого нужно иметь опыт в этом. Агенция АОС и спецэкспортер, это как конкурирующие фирмы? Агентство является распорядителем денег. Они такая же компания, просто государственная, грубо говоря. Спецэкспортер с лицензией на продажу. То есть они предлагают, в агентство, ищут, предлагают. Достаточно неплохо у них получается искать, потому что там есть хорошие сотрудники ВТС, военно-технического сотрудничества. То есть это вторая составляющая структуры, это важно очень. Третье, естественно, что это высокие технологии военного назначения. Это БПЛА и вся робототехника, связанная с военной индустрией. Это все важные компоненты внутри агентства. Дальше, естественно, что там очень важно иметь аналитические отделы, которые будут мониторить и понимать, что происходит на местном рынке и на международных рынках высоких технологий военного назначения. Это робототехника, БПЛА, чтобы понимать конъюнктуру рынка. Скажем так, в агенции, возможно, и наняли, но до последнего был один, максимум два человека, которые там работали, как-то что-то понимали в дронах. Да? Был один человек, который там работал, достаточно известная фигура, который оттуда так же, как и я, ушел. Я дивився интервью Максима Музика. Максим Музика, да, совершенно верно, тоже ушел. Виробник Punisher. Он был SEO, но он хорошо разбирается в этой сфере, он человек с хорошей репутацией, и, скажем так... Теж залишил. Мы ушли, да. То есть это было добровольное решение уйти, потому что у нас совершенно разные взгляды на то, как надо реформировать, вообще управлять агентством, начиная от присутствия руководителя на месте, работы с технократическим составом агентства. Когда человек недоступен, то смысл? В-третьем, я все-таки видел там достаточно много проблемных моментов, когда предлагалось очень много интересной номенклатуры по низким ценам, все документы у меня. И в результате игнорирования всех этих запросов на 30-40%, на 155-е, на другие виды боекомплектов, которые нужны армии нашей, мы теряли эти объемы, очень большие объемы, речь о сотнях тысячах. И в итоге мы получали письмо, что, извините, мы уже эту номенклатуру продали уже другой стороне, не вам. Скорее всего, это опять вернется к нам через третью компанию, американскую или еще какую-то, по завышенным ценам, и это будет куплено. Много таких моментов было, когда и я тоже понимал, что не имеет смысла просто расходовать свой политический капитал и возможности, потому что в итоге все равно ничего не делается, и подписывается то, что другие люди считают нужным. Потребна якась... Извините за открытость, но реорганизация это надо... агенции. Надо, это, нужна реорганизация. Нужно обязательно назначать туда специалистов, которые разбираются в этом, управленцев и государственного аппарата. Наскільки я зрозумів політику Міністерства оборони, вони вважають, що можна набрати більш-менш фахових людей, але не обов'язково в військовій сфері, і навчити їх поступово. Частично, да. С этим могу частично согласиться, но під час війни мені такі рішення на низкі какие-то на entry level, на уровень там специалиста, максимум главного специалиста, может быть, для помощи другим уже опытным специалистам, да, но в любом случае их надо брать откуда-то.
Но должна быть система peer learning, да, то есть должна быть система, когда менторство, когда система, когда ты передаешь знания и так далее. Это нормально, но нельзя базировать весь рекрутинг на этом. Той, кто передает. Ну, они есть. Но вопрос в том, что, опять-таки, вопрос в нескольких компонентах. Что заинтересует хорошего специалиста, взрослого человека, работать на такие структуры, как агентство оборонных закупок? Ну, понятно, что зарплата – это важно. Второй момент – это четкое распределение обязанностей, чтобы он понимал, что от него ожидают, и доступность там руководства, и коммуникации. Ну, и когда этого всего нет, то, извините, как подбирать персонал-то? Угу. Добре, Тамерлан, скажи, будь ласка, а от така структура, коли от є державні структури, там Генштаб, Міністерство оборони, а потім з'являється, ну теж нібито державна структура, але підприємство вже, державне підприємство. Це в Азербайджані також працює, що закупівлі займається не безпосередньо не Міністерство оборони, а державне підприємство, да? Закупку нет. В случае Минобороны Азербайджана это пока что государственная установа, организация, которая занимается, это департамент закупок, как раньше было в Украине. Пока что они не дошли до этого, но я думаю, что они тоже пойдут этим путем. Тобто це вважається більш оптимальним, да, коли державне, да, підприємство. Да? Ну, я просто знаю, що там, в Сполучених Штатах, наприклад, беремо, да, і оця вся корпоративна культура, наглядові ради, все це працює. А коли це починається в Україні, то наглядові ради більш перетворюються на таке місце працевлаштування своїх. Тобто ми бачимо одних тих самих людей, які переміщуються з різних державних підприємств, різних галузей, то в Нацбанку, то Укрзалізниця, потім Енергоатом, і всі одні ті самі люди. Возможно, там, да, да, це вже політичні питання. Да. Тобто, да, мені здається, на українській почві не приживаються ці американські структури. Та ні, нужна система здержек і противовесів, нужна система взаємного аудиту, це дуже важливо. І наблюдательний совет, це важливий момент, в зависимості від того, как будут расписаны его полномочия, да, этого наблюдательного совета. Стосовно беспилотников и что повинна бути внутри агенції, яка структура, яка буде тримати руку на пульсі цієї галузі. От як зараз відбувається? От є виробники, і вони винаходять щось нове. Тобто вони винаходять щось нове, пробують з військовими і бачать, що все працює класно, новий якийсь там прилад. І куди вони стукаються? Тобто я не знаю, чи є в агенції якесь там відкрите окно, чи куди їм стукатися з їх приладами? Є, можна відправити емейл, можна, є определені там механізми подачі. Це не проблема, проблема в відповіді. Проблема, во-первых. Тобто всіх впускати, нікого не випускати? Як аналізується ця інформація, якщо там немає такого спеціаліста? Большая часть, очень большая часть компаний, с которыми я сталкивался, я видел и внутри, и снаружи, они зачастую не получают ответа никакого. И если приходится, если и подписываются какие-то контракты, то в основном это через, личної просьби или давлення і так далі. Тобто тоді в нас немає зовсім інструменту оновлення озброєння, якісь там винахіди. Ну, якщо це в одному напрямку немає зворотнього зв'язку, як не то, що ні, буває, але в основному, звісно ж, там проблема з тим, що компанії довго чекають, і к ним ніхто не возвращається з відповідом, зачастую. Ну, таких примеров очень много, которых я лично знаю. Ну, я не хочу здесь раскрывать это, но это есть. Второе, это тот же, та институциональная проблема со стандартами и коммуникацией, о которой мы говорили в начале нашего разговора. Это два. И третье, это еще проблема не только в агентстве, но и внутри генерального штаба. Да? То есть какое-то подразделение или род войск может дать заявку на тот или иной ППЛА, но его может не оказаться в потребностях. То есть каким-то образом... Від Генштабу до агенції... Да, Генштаб может не включить его по каким-то соображениям в потребность. Хотя есть такие случаи, когда, условно говоря, ВМС, там, не знаю, ВВС, силы специальных операций, они дают заявку, это доходит до Генштаба, но в итоге потом его нет в потребе. Там это уже не вина агентства, это уже вопрос, наверное, есть какая-то причина, почему-то генеральный штаб иногда не включает те или иные изделия
в потребности. Зачастую это достаточно, я бы сказал, высококачественные продукты, которые востребованы даже уже компании, которые осуществили там один или два контракта. Но дальше... Тобто в Генштабі теж має бути якась інституція, яка розуміється на цій новітньої техніці. Там вона є, там є ЦУПС, там є Центр управління безпілотних систем, там є і інші структури, які займаються іменно логістичною составляющей по ресурсам, по имуществу Министерства Генерального штаба. Но там тоже нужно иметь определенное видение по оптимизации работы внутри Генерального штаба, по сбору потреб, выявлению новых, разработке новых критериев. И этим, конечно же, должно заниматься Министерство обороны и соответствующие замминистры, и структуры ЗСУ и Генерального штаба. То есть это очень решаемый вопрос. Я думаю, что там работают достаточно квалифицированные люди. Я думаю, что вопрос решится. Там есть динамика некая. Я позитивен по поводу Генерального штаба, да, но есть такие проблемы. Там, то есть это, я думаю, техническая проблема бюрократическая, ее надо просто решить. Я теж спілкуюся з виробниками дронів, і велика проблема, що от ми знаємо багато благодійних фондів, які забезпечують армію, причому великими кількостями забезпечують. І нібито здавалось так, на базі здорового глузду, там зібралися в цих благодійних фондах, вже зібралися спеціалісти, які організували структуру, які комунікацію мають з лінією фронту, які випробовують все, що там, і які знають всіх виробників. Тобто структура забезпечення армії створена в благодійних фондах. Вот. Так питання в тому, може, має якийсь сенс просто частину загального фінансування просто віддавати цим фондам, які вже створили ці Конечно же, нет. Государственные бюджетные деньги передавати фондам, конечно же, нет. Но може фонди мають стати частиною структури? Та не обязательно, просто надо посмотреть на это все, скажем так. Очень грубо я скажу. Извлечь уроки. Ну, звісно. Не можуть же благодійні фонди весь час закривати діри. Извините, Павел, чтобы совесть замучила этих людей, которые этим не занимаются. Я не понимаю, как можно во время войны не видеть этого и не делать. Но это кощунство просто. Это смерть наших ребят, девочек, которые на фронте. Это смерть наших гражданских. Каждый потерянный час именно по поставке, не поставке. Вот эти все проблемы, о которых я говорю, это человеческие жизни, это удар по национальной безопасности Украины, я считаю. Соответственно, им надо посмотреть на эти структуры и понять, что, они делают. А почему мы этим не занимаемся? Я вам больше скажу, что приходится делать тогда? Соответственно, фонды и существуют, потому что государство, не государство, а определенную структуру Минобороны этого не делают. А я вам больше скажу. Наши зарубежные партнеры, ведь они же тоже и ищут для нас, и передают нам. Очень часто всплывает вопрос, почему не мы сами. Дуже класний приклад – це чеська ініціатива. Коли президент країни, яка не має відношення до нашої війни, просто каже, що от є снаряди, можна купити. І потім хтось починає знову шукати ці снаряди. А як так сталося, що чеські спеціалісти знають, де виробляються снаряди, де є снаряди, а українські спеціалісти цього не знають? В тому-то і проблема. Ви розумієте, що... Чешская инициатива, она базируется не на чешских, скажем, деньгах, а это финансирование со стороны других доноров в Европе. Как это происходит? В основном это поиск и обозначение, идентификация источников поставок вне Евросоюза, допустим, и закупка через донорские деньги, через чешские компании этой номенклатуры, и потом бесплатная передача в Украину. Да? Вы представьте себе, что, во-первых, два вопроса. Почему действительно Украина сама не может искать эти продукты? Для этого нужно иметь и заинтересованность, чтобы, и политическую волю, я имею в виду, в том, что действительно сделать это для своей страны. И знания рынков, и знания рынков за Европой, не через посредников, напрямую с заводами.
и не игнорировать сам запросы заводов, когда они пытаются в Украину что-то там продать или еще что-то. Это одно. Второе, почему даже те доноры вне Чехии, скажем так, работают с Чехией, а не с Украиной, тоже вызывает вопрос, правильно? Может, вопрос доверия? Не, ну, это зрозуміло. Да, но... И в-третьих, закупают это все чешские компании за донорские деньги и выигрывают от этого экономика Чехии, они наши. Ну, звичайно, вони ж будуть вже дорожче сюди поставляти. Да? А потім безплатно, так. Да, нам це хорошо, ми можемо отримати. Ну, нібито безкоштовно. Це прекрасно, так. Да. Це да, безплатно не передають. Ну, молодці. Я дуже благодарен, скажем так, Чехії. Це наш дуже надіжний і хороший партнер, і всі наші європейські партнери, практично, почти всі. Но хотелось бы, чтобы выигрывало от этого, ну извините, я патриот Украины, для меня очень важно, чтобы украинская экономика выигрывала от этого, чтобы украинская экспертиза росла, украинские компетенции росли, украинская составляющая закупок работала так, как она должна работать, а не экспериментировала как в кадровом плане, так и в закупочном. А вот такая чешская инициатива и взагалі Чехия, насколько я разумею, там... цей ВПК, військовий промишлений комплекс, там якось динамічно розвивається. Вони купують іноземні компанії. От можете декілька слів сказати про чеський досвід? Чеська оборонна промисленність, вона з часу ще Чехословакії, коли вони були частю, скажімо, соцблока і Варшавського договору, вони були достатньо розвитим компонентом в Центральній Восточній Європі. После уже обретения, ну, не независимости, а распада Советского Союза и разделения Чехословакии, Чехия сохранила, и большую часть из этих компаний, ну, я бы сказал, почти все приватизировала. Это большие компании, Чехословак Групп, в которой есть Excalibur Army, Excalibur International и другие компании, которые производят самоходные артиллерийские установки. Есть крупные компании в легкострелковом вооружении, это CZ, чешская сброевка, ЧЗ. Да, они купили, допустим, Кольт американский, тот самый легендарный Colt Air Gunfighter. Да, они купили это, есть производство в Канаде, допустим, в Европе, в США. Вот. Они, кстати, тоже наши очень, все эти компании очень ну, тесно работают с Украиной. Есть другие компании, STV, там, Omnipol, которые производят радары, которые производят различные средства ну, тут можно подавления сказать, обнаружения. Что державный аппарат створив такие умовы, что он стало выгодно развивать да, да. Все то, о чем мы говорим. Опять-таки, я уже говорил об этом, есть очень хорошо написанная в Украине стратегия оборонной промышленности ноября 2021 года. Ну, вот если действительно следовать этому и развивать и переводить это на практическую плоскость, то у нас тоже все будет хорошо. На самом деле Укроборонпром в этом направлении двигается, то есть там я вижу этот прогресс, особенно после смены руководителя Укроборонпрома и с тобто приходом Камышина. Сметанием, да? Да. То есть это позитивно? Да. Змена, ну, по сравнению с тем, что было, да, конечно. Это позитивно. Ну, Укроборонпром взагалі має таку негативний такий тягар. Тобто, мені дуже больно це слухати. Як тільки десь звучить Укроборонпром, це ну, сприймається як якась діра, куди уходить купа там, державних ресурсів, а на виході нічого немає. Ви розумієте, ну, є там, звісно, основання. Ну, така інформаційна... Ну, є, я согласен, ну, є основання так говорити, звісно ж. Ну, на протяжении 30 лет Укроборонпром сокращался, не развивался. Да? Там было очень много причин тому. Не будем сейчас никого обвинять в коррупции или еще в чем-то, но я думаю, все понимают. Соответственно, да, это есть такое, есть такая репутация. Мне это больно слышать, это родная для меня организация, но все равно. Ну, есть такое, да. Но, с другой стороны, это то, что у нас есть. У нас там экспертиза, у нас там опыт, у нас там предприятие, у нас там появляется молодое поколение управленцев. Это, в принципе, неплохо. Вот, например, тот же генеральный директор Укроборонпрома. Чего бракує? Фінансування? Ну, на даний момент большая война, на самом деле. Большая война, безопасность. Я бы больше... Ну, финансирование его можно найти всегда. Но и привлечь и инвестиции, и осуществить, наконец-то, нашу оборонную стратегию и так далее. Там двигаться в сторону кластеризации, специализации наших предприятий по их
core expertise, как говорится, основном... Ключевая. Там, ключевая экспертиза, где у них, да. Это все можно сделать. Там, не знаю, где-то кто-то в ПВО, кто-то в ВВС, кто-то там в двигателях, кто-то в бронетехнике там специализируется и в летательных аппаратах. Это все надо делать, и это, в принципе, двигается в этом направлении. Но скорость развития этого сектора будет уже видна после, надеюсь, скорейшей победы Украины. А остальное, да, то есть сейчас там есть небольшой прогресс. Опять-таки вопрос безопасности людей, потому что есть прильоти. Ми не можемо підвергати ризику людей. Вже є багато підземних яких приміщень, де можна виробляти зброю. Чи це міфи? Немає в Україні такого? Ні, ну можна, звісно. Якщо брати в теорії, то можливо. Але не всі види вооруження. Определенні види вооруження, які там відповідають нормативам правил техніки безпеки, да. Але є інші види взрывчатых веществ, которые не могут производиться под землей. То есть это есть определенные атмосферные условия, условия хранения, техники безопасности. Мы... Цікаво, а створення підприємств за кордоном, там, в странах Балтії, в Польщі, ну, в Чехії той же, це можливо? Для наших имеется в виду. Ну, щоб були українські підприємства, можна, але конечно. Створені на інших територіях. Ну, это, в принципе, в планах есть, и это делается в планах. Я думаю, що як временну меру це можна робити, звісно ж. Тамерлан, на твій погляд, от є кабінет міністрів, і там є міністр оборони, міністр фінансів, міністр економіки, прем'єр-міністр. Чи створюються там відповідні умови, фінансові інструменти з боку економіки, якась там підтримка Міністерства економіки, Міністерства фінансів? Я просто не бачу цих інструментів, я бачу, як забезпечуються тилові цілі, але ну, інструментів фінансових для створення ВПК я не бачу зовсім. Для... Чи є проблема там, ну, у Міністерства оборони, що от просто бракує фінансів? Дивіться, ну, смотрите, для розвитку сектора ВПК тут вопрос не к Міністерству оборони, це вопрос міністра техпрома, це відповідальність міністра техпрома. На даний момент є определенне фінансування для розвитку ВПК України. Да, соответственно, это предприятие и объединение под министром техпромом и Укроборонпромом. И Министерство техпрома является курирующим субъектом Укроборонпрома. Соответственно, деньги туда выделяются, это есть. И то, что возможно, на мой взгляд, как я это вижу, работая внутри Укроборонпрома, то, что возможно в условиях войны и в условиях безопасности и с минимальным подвижением риску людей, оно делается. Но, естественно, что это не те масштабы, которые могут полностью удовлетворить потребности ЗСУ. Опять-таки, из-за того, что у нас большая война, и сейчас нет практически безопасного места в Украине. Ну, зрозуміло. Тобто, основні проблеми в Україні – це організаційні, все ж таки. Організаційні. Тобто, якщо цей ланцюжок від потреби армії до закупівлі і постачання озброєння десь не працює, тоді ну, незрозуміло взагалі, як там армія воює на фронті. Якщо це, ну, якщо волонтери поставчають більше, ну, ну всі, хто з фронту записує якісь відео, всі кажуть, що дрони, які там, ну більшість, це від волонтерських організацій. Тобто, це ж факт. Я не могу сейчас сравнить и сказать вам четко, ну, я не знаю, у меня нету сравнительного анализа, сколько, від кого, сколько да? от кого, но ну, не обладаю этой информацией. Но то, что есть проблема четкой работы с рынком, частным рынком украинского ВПЛА, со стороны агенции особенно, это точно. И в целом со стороны Министерства обороны, потому что она должна формировать эту политику работы с ними. Потому что она является, ну, она является конечным пользователям, скажем так. Ну, конечно же, это не ограничивается Министерством обороны, есть министр техпром, который тоже может ну, и обязан заниматься этим. И они максимально, скажем, приближенные к регулированию этого рынка, но закупка все равно осуществляется со стороны Министерства обороны. И если министр техпром является с Минцифрой там, и в какой-то мере с Минобороны инициатором определенных нормативных изменений, то они много чего сделали. Очень много соответствующих постанов Кабинета министров Украины было принято для либерализации и ускорения
процеса допуска до боевой эксплуатации дронов, кодификации для производства боеприпасов. Это все было сделано. Регулятор, насколько я знаю, до сих существует постанова. Регулятор это делает. То есть, обмежение прибутковости да, частной компании. Это проблемно. Это проблема для многих. До сих там для 1% максимум прибутку. Ну, это смешно. Ну, есть такая пока проблема, но я думаю, что уже об этом говорят. Я надеюсь, что это все найдет свое решение. Так что регулятор в лице там министра Техпрома и с его инициативой, и инициативой Минцифры в основном, много чего было сделано. Но сейчас вопрос именно к закупщику, то есть где деньги, да? Без денег эта компания не будет работать, не будет производить. И, соответственно, если она не будет производить и банкротится, военные ничего не будут получать. Ну, да. Вы маєте на увазі для приватного виробника, да? Да. Якщо в нього ніхто не купує. Ну, он же в основном производит. Да, він сейчас вже проінвестував гроші, а зараз да. в нього продукція, а ніхто не купує. Да. Ну, потому что нету этой коммуникации, нету этих стандартов, нету внутренней организованности работы закупщика. Це проблема. Добре, Тамерлан, дякую, що ти прийшов до мене дякую. В студію. Да, ми зараз, я ще підведу підсумки, підіб'ю нашої розмови і такі зроблю короткий якийсь там висновок по тих проблемах, які ми висвітили сьогодні. Друзі, дякую, що ви були з нами. Не забувайте підписуватись на цей канал і не забувайте донатити. Наш канал збирає гроші для 27-ї бригади Національної гвардії, щоб купити Mavic 3T 25 штук. Дякую.